30-летнего дальнобойщика из Алматинской области подозревают в убийстве напарника. Грузовик, в салоне которого и находился мужчина, дорожный патруль обнаружил ранним утром. Большегрузная машина была припаркована на обочине автодороги Алматы-Астана в 3 километрах от села Канчингель. Водитель оказался пьян и сильно нервничал. Он признался, что между ним и 40-летним напарником возникла ссора. И в итоге он решил расправиться с обидчиком. Полицейские прочесали местности в нескольких километрах от фуры, обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемые и убитые занимались перевозкой различных грузов. Во время перевозки очередного груза близ села Канчингель между ними возникла ссора, в ходе которой задержанный нанес множественные ранения ножом. При попытке бега подозреваемый мужчина догнал своего напарника и нанес удары монтировкой. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, назначены экспертизы. Задержанный мужчина сейчас находится в изоляторе временного содержания Жамбылского РОВД.